Эксперты Общероссийского народного фронта нашли нарушения в омских поликлиниках. Учреждения ранее были проверены в рамках государственной экспертизы качества и получили высокие оценки. На деле они оказались завышенными. Специалисты пообщались с пациентами 4 поликлиник. Оказалось, что омичи не могут попасть к некоторым врачам по 3 месяца. Специалистов не хватает. Есть проблемы с доступностью. В 10 поликлинике приходится отстаивать огромные очереди, чтобы сдать кровь. Дает сбой система электронная регистратура. Терминалы зачастую не работают. А в 11 поликлинике пациенты сами покупают шприцы и пластыри. Хорошую оценку заслужила только 5-я детская поликлиника за оснащение и персонал. По словам экспертов, такие же проблемы и в других регионах России. Руководство поликлиник зачастую просто не знает о жалобах. Итоги рейда эксперты озвучат в региональном Минздраве. Люди, которые там работают, говорят, да нет, да не может такого быть. Обратная связь. Из-за двери выйдите и спросите у людей, которые, в общем, вот они в очереди сидят. В поликлиниках все, что называется, вот она жизнь, как она есть, вот она живьем. И сказать, что граждане наши с вами довольны, мягко сказать, сильно преувеличено.